Здесь, в селе Иловница, в первые дни разместилось около 1000 человек. Ведь работы на АЭС продолжались непрерывно. Люди заняты на 3 не пострадавших энергоблоках, ликвидируют последствия аварии на 4. В белых шапочках и защитных костюмах они похожи на докторов. Они и есть доктора. Врачуют беду. Мы несколько затаскали, стерли прекрасное русское слово «героизм». Но как, если не героями, величать людей, рискующих собой ради нас с вами? Они идут не просто в атаку. Ведь вдохновенный порыв, атака длится недолго, мгновение. Они наступают сознательно и осмысленно на невидимого и потому более опасного врага. Офіолд. Та єднодуші тим обидно, щоб ви того відкликіли, віш. Додавкою там уже не пройде. Угу. Але Трансалем би спитав сюди далі. Там сільниці, яка на праву сторону йде. То би ще дали Трансалем. Fotku se Sergejem v té bráně. Ta brána byla hrozně creepy, tyjo. Když jsme to fotili, tak z toho vznikla, ty jsi to fotil, z toho vznikla úplně boží fotka. Maxime, můžu tady zůstat, já přidělám ty flašky a to. Možná, ale prosím s dlouhými rukavami. No já nebudu, no jasně, a nikam nepůjdu, budu tady. To speciálně to nás tak? Je paparazzi. Paparazzi. Kudy teda? Kde je ten tábor? Jaký směr? Co říkal? Jaký směr? Třeba tudy? Nebo ne, tudy? Ne, ne, tak. Nebo tak? No tako. To je úplně jedno. Prostě já to tam utíkám v tom regioně, tak. Takže tady. Da. Tam nemá ničeho. Pokud. To navysílal jsem. O, Kolia už přijíchal. Tady s tím, občerstvením. Do druhé nohy. No, dá do druhé nohy. Sálo, bude kdo? Nět.